Всем привет, друзья! Решила поменять воздушный фильтр, но прежде чем это сделать, хочу провести небольшой такой эксперимент, а именно замерить показания расхода воздуха и нагрузки на двигатель на забитом фильтре и, соответственно, на новом фильтре. Смотрите, чтобы замерить показания, к машине я буду подключаться через обычный такой вот ОБДшник ELM-327. Теперь осталось найти колодку диагностического разъема, спрятан он у меня вот под вот этим вот кожухом, а должен находиться, по идее, вот здесь вот. Вот он, смотрите, друзья, диагностический разъемчик мой. Спрятан он сюда, потому что у меня подключен бортовой компьютер. И к нему, видите, подведен такой вот проводочек. Сейчас провод этот я пока временно убираю. И вставляю сюда вот этот вот ELM-327. Включаю зажигание и запускаю программку. Но, друзья, как вы заметили, расход воздуха у меня составил примерно 11 кг. Нагрузка на двигатель 3%. Сейчас я беру фильтр, снимаю, покажу, в каком он состоянии у меня. Сразу говорю, пробег на нем где-то составил 15 тысяч км. Собственно, ставлю новый фильтр, ну и запускаю двигатель и смотрю данные, какие будут с новым фильтром. Вот в таком состоянии, друзья, у меня фильтр. За 15 тысяч пробега он-то не особо и запылился. Здесь все чисто. Здесь присутствует небольшая пыль. Веточки всякие. Перед установкой нового фильтра здесь я немножечко все протер. Фильтр я поставил новый, теперь сейчас запускаю двигатель, подключаю программку и смотрю показания. Как вы заметили, после замены воздушного фильтра на новый, нагрузка на двигатель немножечко упала, соответственно, массовый расход тоже стал немножечко меньше. А так, всем спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, надеюсь, ролик вам понравился. У нас за бортом зима, 17-10-20.